А поле боя держится на танках. Взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полстанков прорвут любую линию огня. Враг от танковой атаки, рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк. Более 100 000 солдат погибло при освобождении Ивангорода и Нарва. Наша земля впитала в себя земную энергию Грузии, Чувашии, Туркмении, Тувы, Украины, Белоруссии, Дагестана и еще многих-многих мест нашего многонационального Советского Союза. Судьба распорядилась так, что именно здесь завершился жизненный путь храбрых воинов. Их земля стала нашей землей. Наша земля стала их землей. Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашего города. Вот уже действительно, да, ровно год, как в нашем городе появился памятник танку Т-34 благодаря активной поддержке правительства Ленинградской области, инициативе руководства Министерства обороны, поддержке руководства Кингисеппского района этот памятник появился здесь. И это место действительно стало точкой притяжения не только для жителей нашего города, но и для всех приезжающих в наш город, туристов. Здесь проводятся торжественные мероприятия. Сюда просто приходят люди для того, чтобы возложить цветы, проезжающие машины по федеральной трассе сигналят этому памятнику, потому что действительно это вечная и великая память. Память о тех, кто погиб, защищая нашу родину в борьбе с фашизмом. И, конечно же, сегодня об этом нельзя не сказать. С особой болью, наверное, мы наблюдаем за тем, как политические власти сопредельного государства жестко и цинично уничтожают памятники нашим воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые наши ветераны, гости нашего города, сегодня вся страна наша отмечает День танкиста. И так уж получилось, что ровно год назад, также в День танкиста, был установлен этот памятник. Совсем недавно вся страна наблюдала за настоящим подвигом экипажа танка, сражающегося с фашизмом на территории Украины. Тот самый танк «Алёша», который в неравном бою вышел победителем, еще раз доказал, что наше оружие, но самое главное – наши воины готовы сражаться за нашу Родину и за наш мир до конца. Сегодня еще одно событие предстоит по поручению губернатора Ленинградской области, который присутствовал на открытии памятника в прошлом году. Мы благоустроили территорию нижней площадки. И с сегодняшнего дня это будет единый комплекс, олицетворяющий великую победу, победу нашего народа. Мы его называем сквер памяти. На нем, помимо скамеек, мест для отдыха, еще и размещена информация об этом месте, об освобождении наших городов Ивангорода и Нарвы и о нашей памяти. Я хочу пожелать нам всем, чтобы у этого танка, у этого места не переводились цветы. Потому что, зная, как трепетно жители относятся к истории, я знаю, что очень много норветян приходят сюда, также возлагают живые цветы в память о подвиге наших предков. Уходят танки, стройные колонны, уходят танки в ковылях сухих, и над землей от битвы раскаленной зорницы звонко провожают их. А танк, он не зазвучит.
звезды на мундире. Под Прохоровкой ранен был в бою. Спасибо тебе, Т-34, за боевую молодость мою. На-на-на, на-на-на. Приказ получен с песни под тальянку танкистам. Я домой вернулся. Я когда переплыл, я вот так вот за камень взял и сказал: я дома.